Теперь вы это знаете. Вопрос. Когда Камчатка стала самостоятельным субъектом? Ответ. История Камчатки богатая. Освоение полуострова и строительство острогов на Камчатке началось в 1697 году после похода якутского казака Владимира Атласова. В 1740 году экспедиции Витуса Беринга удалось заложить город Петропавловск-Камчатский. Большой вклад в развитие и изучение региона внес ученый-географ Степан Крашенинников. 1803 год считается годом образования Камчатской области в составе Иркутской губернии. Позже она принадлежала Хабаровскому краю, Приморской области, включала в себя Чукотский и Корякский национальные округа. В 2007 году субъект провозгласили Камчатским краем. Теперь вы это знаете.